Всем привет, с вами Don't Worry. Сегодня я куда-то отвернулся. Я и продолжаю играть на проекте Aincraft на сервере Pixelimon. Да, обманчивое было только что. Так, я вот смотрел. Как они пищат? Вы слышали? Они берут так... Пищат. Так, что тут у нас? У нас тут априкорны выросли. Ну, некоторые выросли, некоторые не выросли. Ладно, соберем, что поделать. Так, куда он бежал? Они как-то через землю убегают. Вау, а эти повырастали, а те только выросли. Ай, кто-то пищит, какая-то рыба пищит. Рыба-окунь. Вот так, все. Так, тихо, собираем их, собираем, собираем, собираем. Все, собрали, собрали. Блин, раздражает этот писк. Я сейчас либо звуки выключу, если еще пищать будут, либо убью этого окуня, который пищит. Так, опа. А прикорнчик, а прикорнчик, отдай прикорн! Эй! Чё забрал? Отдай! О, так-то лучше. О, еще один, еще один. Не, ну я, собственно, сейчас вам раздавать это все буду. Потому что я не знаю, как делать. Вы. Я не знаю, в общем, да, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Тра-т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 а-
смотрите. Ай, да не надо мне кидать. Смотрите, я вот стану вот так и подымусь вот так. И буду чисто все выкидывать. Даже это если мне эти вещи накидали. Я думаю, вам они будут полезнее. Я-то, ну что, я прихожу, там играю с вами, дерусь. Ой, не надо мне накидывать. Ну, пожалуйста, ну, чувак, ну зачем же ты это делаешь? Я-то вам отдаю. А ты-то зачем мне их отдаешь? Вы слышите? Вот кто-то на зло пищит. Они меня как слышат. Вот я говорю, что этот отвечает мне. Без обид, честно. Но он реально отвечает, что я не скажу. Он приблизительно похожим отвечает. Они мне все накидывают. Вы посмотрите на это. Вот посмотрите. Для этих кто-то закидывает мне вот эту штуку. Вот. Для чего только? Я же специально им выкидываю. Я, подождите, не себе в сундук кидаю сам. Да нет, вроде далеко летит. Ну смысл обратно мне все кидать? Господи, я не буду раздавать тогда, если они так будут делать. Это неприлично. Знаете, подарки нехорошо отдавать их назад. Вот так. Так, все, давайте я поотдаю все такое вот. Все такое для строительства, там всякие плитки, ножики, картонки, не знаю, чего вы посмотрите. Гляньте. Ой, дождь пошел. Отлично, супер. Вообще прям обожаю дождь в Майнкрафте, когда он FPS понижает. Именно еще при записи. Не, в пустыне дождя нет, вообще круто, ну там не нравится мне. Пустыня не особо нравится. Так, что я предлагаю? Я предлагаю в этой части не подраться, а побегать по дождику. Побегать, как раз у меня туфельки есть, супер туфельки. Посмотреть, что там у нас, какие дома понастраивались. Зачем нужен айс-шард? Это как камень какой-то, я знаю. Ну тут да так и регионы не удалили, тут дорогу сделали. Ну, блин, так-то относятся. Относится вот в общем. Я попросил, ну ничего. Ладно, давайте посмотрим. Так, нельзя прикорно собирать. Раньше, по-моему, прикорно можно было собирать и все. Все, сейчас мы посмотрим дома. А ну-ка, подождите. Чей-то дом. На тебе. И на тебе. И тебе держи. Эй! Я же это хотел ему потоптать. Потоптать хочу! Хочу топтать! Не топтается. Так, а что тут у нас? Тут очень много домов понастраивали. Домов. Вот, домики. Так, что у нас здесь? Блин, дождик идет, оно как-то не особо видно. Но все равно прикольно так побегать, посмотреть дома. Я думаю, многим будет приятно, если кто-то увидит свой домик вот так вот. Да. Так, все, мы плывем. Подождите, версия на Майнкрафт 1.64, да? А, тут уже добавлены всякие новые штучки такие. Ну, ладно. Так, мы идем. Вау, что это у нас? Кто это у нас такой? А-а-а, вот что у меня не сделано. Я забыл вылечиться. Я хотел с кем-то другим подраться. Вы знаете, что я от всех отстал? Абсолютно от всех. Они все там. Ну, сейчас я вернусь. Они, конечно же, меня увидят и будут идти за мной. Что? Так, а, вот, все, я потерялся просто. Я думал, где я там, куда я делся. Так, я забыл про априкорны, совсем забыл про априкорны. Так, тихо, я закроюсь, заберу априкорны, заберу уголь. Чего? А, мне показалось, что мне открыли двери. Я уже такой думаю, как? Зачем? Почему? Как они это сделали? Вот, я вылечился. Так, давайте я еще отдам вам. Ой, я сразу выкинул. Ну да ладно, привычка просто. Вы сами понимаете, это привычка у меня такая. Все отдавать всем. Понимаете, я не жадный. Мне не жалко априкорное отдать. Мне не жалко миллион. Что? Я пошутил. Чего я несу вообще?
Так, где кто, что? Там у нас, по-моему, спаун, да? О, или там спаун. Или там спаун. Я иду к спауну? Или это чей-то дом? Ой, кстати, странно вообще, здесь как-то вообще не настроено. Там настроено, там настроено. По-моему, это спаун, там спаун. Спаун? Да, видите, спаун, по-моему. Я вот не знаю, в какой стороне точно спаун. Это что, адские наростки? Вау, вот это красиво. Блин, мне бы вытоптать их. Давайте грифанем, что ли. Ну тут запривачено, да? Блин, я бы сейчас... От бы я сейчас грифанул. От грифанул бы. Да я шучу, чё. Водой бы просто залил. Ради этой адского наростка, и всё. Антигриферю и гриферю. Не, ну я шучу, я как бы не занимаюсь такой ерундой. Я вообще никого не вижу, вы видите, да? Вот мне вообще на ходу никто не попадается. Какие-то там бабочки попадаются, но с бабочками я драться не хочу. Это вообще не по-пацански. Вот какой-то этот демон. А ну демон, стой круглый. О-о-о, на тебе. Ах ты ж гадость. Да иди сюда, колобок. Так, вот, смотрите. Обменяю Пикачу 51 левел. 51 левел. Чё он меня убил? А, я его убил. Лёньте, с первого раза убил, мне даже не ударил. А ну иди-ка сюда. Заместитель его. О, коротышка какой-то. Маленький уровень у него. А, вот так вот. Вот так, ну давай еще раз, этот уже постарше и чуть поменьше того первого. Ну короче, средний, а ну а ты кто? Опа-на, я упал. Блин, какой-то склад у них. Да отойди ты, выпусти. Ах ты ж, не хочешь, да? О, этот еще меньше. Меньше второго, меньше третьего. О, завалил, отлично. Так, чего? Где? Подождите. Где я только что видел такого какого-то? О. Какая-то иголка, кнопка какая-то ползает. Давайте убьем. Так, кнопка, стой! Стой, куда поползла улитка. О, так, ну с первого раза, да? Ну, я профессионал просто, понимаете? Опа, она каракатица какая-то. А ну, да, нифига себе большая она. Так, эй, стой! Я сказал, стой! Куда ты идешь? Во, давайте завалим. С первого раза такая большая. Так, это кто? А, подождите, это наковальня. Я думал, какой-то тоже такой вот непонятный Пикачу. О, меня кто-то в дом пригласил. Блин, чё? Как я завис? Эй! А, все, вот, отлично. Дать? Чё мне пишут? Мне пишут дать. А ну давайте просто проем. Хоме. Ну, просто, думаю, прилично. Это, интересно будет. Темик, Артемик. Артемик, здорово. Здорово, братуха. Чувак, ну извини, ничего нет. Ничего, давай я тебе ботинки дам. Ботинки, согласен? Да, на тебе ботинки, вот туда. Забирай. Да я не жадный, честное слово. Они не просто не даются. Ну что я сделаю, ну не даются. А, все, выкинулись, да? Так, это что, купить? Отдам. Давай. Вау, чувак, да ты не жадный. Я заберу, наберу себе. Эй, а ботинки мои где? Принимают. Продает. А он просто бесплатно отдает? Ну дай ее, братуха, ну дай. Ладно, забирай. И ботинки на, забирай свои. Не нужны мне твои ботинки. Я тебе отдал ботинки хорошие. Опа, ленчик. Поняли? Он так спрятал. Да, я тебе помогу. Оп. Хм. Ленчик, я ботинки нашел мои. Они там воняют немножко, просто я тебе их отдал. Хорошо? Ты носить будешь? Да ну не, забирай, подарок, да. Сейчас я ему скажу. Чувак, это тебе подарок, по-братски. Ты попал в видео, все. Во, отлично. Ну ты раз пригласил меня, так чё, нормально все. Только ты меня выпусти. Да я, выпусти меня. Все. Давай, он что-то мне говорит, но я выключил микро, я... Ой, звук я ничего... Опа, спасибо, спасибо, вообще. Блин, я теперь медленно бегаю, как улитка ползаю. Но я думаю, ничего страшного, ради подписчика можно. Еще голод. Так, гадюка, стой. Ах ты ж, стой, не вертись. Вот научили их вертеться, теперь вертятся. Во, опа, Пикачука. Пикачука. Так, о, ты тоже посерьезнее 40 какой-то левел. Так, чем я ее ударил? Мне втащили. На, вот так. Смотрите, опа, опять. А, ну я отомстил, в принципе, так же. Ой, тут телек включен, по телеку идут реальные пацаны. Вообще, че я несу? Он меня сейчас убьет. А, нет, ну все, я ему сейчас дам. О, 2000 опыта, отлично. Так,
О, грибок. Дай ему грибок дам. Ты где? Где? Стой, я его потерял. Кстати, где он? Он только что тут был. Вон он. Эй, разбей окно. На, гриб. Не хочешь? На, грибок. На, иди, грибок, ешь. Только пожарь его, пожалуйста, сначала. На тебе. На, вот так. Да заби... Ух ты, нифига себе скорость у него. А, давай я тебя убью. Ага, вы посмотрите у него сколько этих. Он меня сейчас по-любому убьет. Ну, давайте я подерусь с ним, что ли. Гляньте, прям в него залез, видите? Я же говорю, что он мутант какой-то. Я не говорю такого. Ну, чувак, ну дерись, блин, дерись, дерись, давай. Эй. Эй. И этот в меня залез. Они что, издеваются? Гляньте, они реально друг в друга залезли. Он в меня залез, а я в него залез. Точнее, я в него залез, а он в меня залез. Мы в друг друга позалазили. Чё я несу? Бред. Мы, короче, вы поняли, да. Эй, дерись. Сейчас. Давай дерись, иначе я уйду. Так, все. Я просто не хочу слышать, чтобы кто-то так говорил, потому что у кого-то может быть плохой микрофон. И может быть так... Вот так вот он быть. Говорит что-то в чат. Сори, я не слышу. А ну давайте послушаем. А ну скажи еще раз что-то. Нет. Сейчас меняться. Давай, прокачай меня, не подведи, не убей меня. О, я думаю, меня слышит так. Мы сейчас его, наверное, тоже услышим. Ну, я не выключил. Я слушаю его. Я его слушаю. Я слышу его. Ну, что-то он молчит. Молчаливый какой-то. Хм. Бежар. Ну. Эй. Короче, сейчас он меня завалит. Я туда ВКонтакте положу. А, ну да, все, завалит мне. Все, я пошел в контакт. Так, что тут у нас? Тут у нас пишут. Привет, как дела? Ну, привет. Эй! Эй! Он меня убил! Что мне теперь с ним делать? Я не знаю. Ей, так, вот так. Вау, прикиньте, я сейчас его убью, 57 левел. Воробья убил! Воробей, видели, как подлетел? А это вообще тоже какая-то улитка маленькая. Ну, я просто поймал, легко было поймать. Чувак, спасибо, за что ты меня завалил, я выключаю микрофон. Я на тебя обиделся. Я тебе ботинки, да? Я тебе последнее дал, что у меня было. Магнит какой-то остался, и все. Ты меня завалил. Давай быстрее ходи, а? Хм, странно. Я не знаю, мы, короче, выиграли, я ему сделал подарок, он мне тоже какое-то яйцо подарил, но я ему отдал. Не надо свое яйцо. На тебе под еще грибок. Вот так. А я еще попробегиваюсь. А, у меня... Ух ты, молекула. Молекула какая-то. Гляньте. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрее скрин делайте в группу ВКонтакте. Быстрее так морду вот эту вот. Морду. Ох, ух ты, вау. Вы видели, да, 19 левел? Круто, вообще жесть. О, давай тоже поджимаемся. Так, оп. Ладно, все, я, короче, в хом телепортируюсь. Так, хоме. И в хом. И что тут у нас? Что тут у нас? У нас тут много всего. Я думаю, все, на этом стоит закончить эту серию. В общем, такие. Кому понравилось, поставьте лайк. Заходите в группу ВКон... Что я несу? Заходите на этот сервер, играйте IP лаунчера, IP сервера в лаунчере. В описании, короче, все в описании. Смотрите описание, читайте описание, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Don't Worry. Сейчас я соберу априкорный и скажу вам... Пока, я вон ему отдал, где он только что убил, а вон он, да, ха-ха.